Команду провел 46 встреч. Вот такая четверка. Около 15 секунд есть у ОМОНа, чтобы выиграть этот матч в овертайме. Петр Жалик, бросок и гол! Якуб Петров, Жалик, гол в овертайме. Амур одерживает первую для себя победу в новом сезоне. Якуб Петров, Жалик, дубль. Достаточно быстро три шайбы забросили в первом периоде ответные. Пусть пропустили во втором, но по-прежнему пока впереди хозяева 3-2. Играли до второго перерыва. Нападающий. Кто там был? Опасно. И Мика Ярвинин выручает свою команду. Ответили. Бартович, 61 номер, 85-й Петр Алвецкий, 71-й Юра Микуш. Посмотрим повтор. Потому что времени осталось совсем-совсем не густо. Туда нужно еще в чужую зону закатиться. Ах ты, какой гол! 2-1! Под свисток прям самый! Под сирену! Ай да Андрей Степанов! Ай да молодец! Получилось смешанное сочетание. Шишканов и гол! Шишканов подтвердил мои предположения, что кто-то должен в концовке прибавить. И у Тимофея получилось. Дубль! Какая пауза, но шайба-то уже вышла из зоны. И контратака 2 в 1. Амура. Степанов сам будет бросать. Добивание. Гол! Гол! Гол, дорогие друзья! 2-1! Что творится? Все смешалось в доме Обломских. И обломалось в доме Смешанских, как говорится. Да! Шишканов! Ох, Калиадор! Второй период на автомобиле. Стрельцов. Василий Стрельцов с шайбой. Передача на пятак. И опять Ярвинин. Творит чудеса и показывает нам мастерство. Автомобилист очень был близок ко второй заброшенной шайбе.